Всем привет, дорогие друзья, немножко залагала, с вами снова я, Данали, и сегодня у нас видео продолжение, можно сказать, по обновлению. Я не заметила, и никто, по-моему, ни в каких новостях об этом не писал, я узнала чисто случайно в группе по Star Stable, что нам еще кое-что обновили в данном обновлении, но... К этому я перейду чуть попозже, а пока что первый вопрос. Да, вы видите, я сейчас на персонаже Эрики Мунлайт, который по Барби волшебству Пегаса, типа это Аника. Жалко, что имени Аника у нас не было, когда я ее создавала. Да и сейчас, по-моему, тоже нет. Вот как вы считаете, покупать ли ей этого андалуза? У нее уже есть андалуз, вот этот вот английская гармония. Вот, и стоит ли ей покупать вот этого магического андалуза? Потому что мне он чем-то напоминает Бриету. Я думаю, я его все-таки куплю. А вы как считаете, купить его или нет? Потому что у нее сейчас куплено у Аники. сколько? Там почти 3 месяца Старрайдера. И у нее потихонечку копится СК. У нее сейчас 756. В принципе, у нее нет какой-то высшей цели закупать белоснежных лошадей. Ну... Вы могли просто так подумать, потому что у нее все лошади практически светло-серые. Нет, просто они все напоминают мне пегасов. Когда-то, да, мне пегаса напоминал вот этот андалуз, потом белый фриз третьего поколения, и вот сейчас я хочу еще вот андалуза магического. Ну а тем временем мы уже подъехали к Форт Пинто, потому что самое главное обновление, оно здесь. Оно здесь, и оно меня очень сильно расстроило. Нет, вообще, оно хорошее, но меня расстроило это тем, что это не было озвучено заранее, и я не смогла заранее приехать и сделать фотки старой версии Форт Пинто по сравнению с тем, что есть сейчас. Я думаю, все помнят ненавистную лестницу, которая ведет нас вниз на пляж. Так вот, ее больше нет, и для меня это очень грустно, потому что эта лестница была чуть ли не последней вещью, которая напоминала о старом Форт Пинто. Да, не удивляйтесь, я в нос говорю, поэтому заранее извините. Теперь здесь вот такая вот постройка, нетипичная для Форт Пинто, потому что все мы знаем, что Форт Пинто стоит на одной большой скале. И раньше тут была лестница. Это нормальная была, реальная, похожая на реальность, пристройка. Откуда тут выросли вот эти вот каменные, даже не мосты, а спуски арочные? Это неестественно. Почему нельзя было вот от этой платформы вниз повести ступенечки какие-то плавные? Можно не такие далекие, но просто диагональные вниз. Не круговоротом, как была, а просто плавненько. Вот, причем выглядит на самом деле это симпатично. Но теперь у нас пляж настолько заставлен всем, чем можно и чем нельзя, что места на нем, мне кажется, с каждым разом становится все меньше и меньше. Раньше это была большая, гигантская, свободная площадка. А теперь посмотрите, ну вот, вот откуда здесь вот эти вот каменные... арки, откуда они здесь выросли? Ну вот не было их тут никогда, и смотрятся они, ну что это? Мне не нравится. Они, вот как мне теперь здесь проходить гонку? Вот как? Я, кстати, надо проверить, как они же гонку должны были изменить, наверное. Ну вот, вот проезжать под вот этим вот мне не нравится. Вот под лестницей было как-то поуютнее. Так, но это еще не все. Что нам еще добавили? Нам добавили качели. Нет, ладно, хорошо, качели – это вещь. Качели на пляже стоят хорошо, симпатично, мне нравится. Потом они добавили причал. Вот мне интересно, для чего он здесь? Теперь здесь также находится лодка. Но лодка – это, по-моему, просто так, для красоты. Но, тем не менее, еще один причал, причал а-ля рыбацкий. Идем дальше. Так, вот это вот с шезлонгами, это стояло здесь и раньше. Следующее, что добавили, это нам переделали вот этот вот деревянный мостик с акулкой. И теперь здесь выглядит все вот так. У нас, во-первых, поменяли и разделили типаж воды.
Насколько я вижу, теперь у нас за пределами этой лагуны одна вода, а здесь совершенно другая. Смотрите, здесь прям видно, что мель, она полупрозрачная такая, в отличие от морской воды. И здесь теперь несколько трамплинов. Один трамплин — это вот такой вот маленький, сбоку. Следующий трамплин у нас идет центральный, да, причем, заметьте, теперь здесь стало больше лодок, но вот, кстати, лодки, это классно, но они смотрятся очень красиво и симпатично. Потом есть большой трамплин, видимо, для любителей прыгать поэкстремальнее, я не знаю. Также тут спасательные круги появились, а еще, наверное, теперь здесь лодка стоит, которую мы делали, по-моему, по заданию. Нет, это другая лодка. Ту лодку вообще, что ли, брали? В общем, да, теперь тут куча лодок, они все стоят здесь, это спасательная лодка. И такой же маленький третий у нас трамплинчик находится на противоположной стороне. Давайте же прыгнем в него. Ага, мне вот интересно, воды стало меньше? Они подняли уровень песка. Теперь мы не просто как бы ходим по прозрачному песку, и под нами, мол, еще какое-то расстояние до воды, а теперь мы просто сразу прыгаем. Ребята нас лишили брызгов. Если вы помните, раньше, когда вы прыгали с трамплина в воду, если вы прыгали очень удачно, у вас были гигантские брызги. А сейчас, смотрите, мы просто ходим по земле. Я умудряюсь иногда зайти на пляже, на свободном открытом пляже, поглубже, чуть ли не выше, чуть локтя лошади, ну или по локоть. Сейчас вот, ну вот по локоть я иногда умудряюсь заходить, и меня не телепортирует на землю, как будто я тону. А здесь, ну что, ну мало тут, мало водички. В общем, очень странно, мне, если честно, не нравится. Нет, оформление, качельки, причалы и лодки — это все симпатично. Но вот зачем была классная лестница, большая, высокая, и прыгая с нее были брызги. А сейчас все наши причалы, они жутко маленькие по сравнению с тем, что было, и они не дают брызг. Меня это вот прям как-то расстраивает. Вот. Я не помню, все это или не все, но мне кажется, что все. Однако от большого степени моего возмущения я все-таки хочу прыгнуть еще раз на полном разгоне. И, допустим, прыгнуть вот отсюда. Нету брызг! Звук, причем, по-моему, был. А вот самих брызг я не вижу, они отсутствуют, и мне это очень сильно не нравится. Так что вот такое вот дополнение к обновлению, о котором нам вообще никто ничего не сказал. И спрашивается вообще, то есть есть игроки, которые читают новости, либо их они их вообще не читают, и для них это шок, и когда-нибудь они приедут, увидят и удивлятся, но это ладно. А есть люди, которые читают обновления только на сайте и нигде больше. И вот там этого не написано. Может быть, я правда проглядела это, но мне кажется, там не было заметочки о пляже. Что-то с пляжем, по-моему, должно быть на следующей неделе. Да, или там через неделю. Потому что начинаются пляжные сезоны, пляжные вечеринки, там еще Джеймс, все такое, туристы. И мне, может быть, они слишком рано это добавили, и они опять как бы поторопились. Вообще, очень часто разработчики, я заметила, добавляют в игру некие обновления, дополнения раньше срока. Причем не то, что на неделю, а иногда даже за 2 недели раньше. И выглядит это очень странно, потому что один раз что-то они добавили очень-очень сильно рано. То ли коней, то ли еще что-то. И они это заметили только спустя, по-моему, 2 недели. Они это убрали за неделю до выхода обновления с этим. И это было очень странно и очень некрасиво, потому что почти 2 недели это все висело, все это видели, все этим пользовались, уже видосы, фотографии, все разлетелось по интернету. А они только спустя 2 недели все это убрали и через неделю официально добавили в обновление. Ну вот как это? Вот. Ну если уж добавили, то напишите просто в очередном обновлении, что ой, а вы, возможно, заметили, но у нас та-та-та-та-та-та. Вот. Но мне не нравится так,
такой расклад, как они это делают, потому что, ну вот, у меня, я не знаю, у меня, наверное, не осталось фотографии старого мостика, который, ну, мне симпатизировал. С ним была тесно связана ненавистная цепочка заданий с обезьянкой, которую ненавидели все. И я раньше вообще не могла ее пройти с первой попытки. Это сейчас я уже ее прохожу с первого раза. Но раньше-то это же такая память была, ребята. Ну, в общем, непонятно. Эмоции вроде как красиво, но вроде мне как-то и не очень. Поэтому, да. Я, наверное, не разделяю радость от этого изменения. Ну, а вы напишите в комментариях, как вы к этому относитесь, понравилось ли вам, или же вы все-таки желали бы видеть старую лестницу, даже если она вам не нравилась, и вы ее ненавидели. Я думаю, после того, как вы проходили сюжетку с обезьянкой, вы этой лестницей больше и не пользовались. Но, тем не менее, я думаю, внешне она смотрелась намного лучше и намного приятнее. А на этом все. И я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока! Удачи вам! И до встречи в следующем видео. Ой, хороших теплых вам денечков.